родители, дети ведут себя великолепно. У нас сегодня сложный урок, потому что мы рисуем пейзаж в стиле Прованс. Здесь дети с первого по третий класс, с третьего только трое, наверное. Посмотрите, вы узнаете своих детей по рисункам, по ручкам. Посмотрите, вот мы уже нарисовали небо, горы, море, дерево. И раскрасили домик, не надо так делать, домик из белого кирпича, из белого камня. У всех интересный домик. Так, покажу. У всех разные, у кого-то горы темные, у кого-то дерево большое. Теперь, ребята, этой кисточкой берем охру. У кого нет охры, тот может смешать желтый с капельку с оранжевой или с коричневым и с белым. Нет, не такой. Это вот оранжевый. Такой, вот такой вот. И рисуем и раскрашиваем крышу дома. Крышу дома раскрашиваем. А у меня нет охры. Я тебе показала охру. Сейчас, Роман, я тебе покажу. Вот уже начали морозовое раскрашивать крышу дома. Девочки, вот здесь третий класс, конечно, великолепный. Стены из белого камня. Я три поставила. Нет, ну не три цветочка, Арин, побольше беленьких. Отлично, отлично, молодцы. Теперь Арина поделится сейчас розовым, ставим вот ярким, да, неоновым. Ставим такие же розовые. Эту кисточку взяли капельку белого и голубой кустик наверху посветлее сделали, так же как и другие кустики мы делали. Это второе, я всех сниму, это второе занятие. Вот посмотрите, какой у нас, я вот так сейчас буду идти, какие у нас шикарные работы. Пейзаж в стиле Прованс. Так, мальчики, у нас много мальчиков. Ой, вот здесь какое буйство цвета, молодец. Ребят, красным цветом не увлекаемся. На поле красные цветочки, не на кустах, а на поле красные цветочки. Вот очень нежный пейзаж у Катюши. Молодец, молодец, Василиса, побольше не линии, а точечки. Ага, постараемся отлично, очень аккуратно, не отдельными точечками, а несколько вместе в ряд. Посмотрите, какие у нас пейзажи в стиле Прованс, шикарные, всех покажу. Всех. Вот здесь мне очень понравилось тоже. Молодец, Милана. Маков, не надо, не надо, никто не надо. Вот здесь великолепные цветы у Ильиной. Смотрите, как аккуратно. Убери головку, мальчик рисует. Да? Ну, это вот здесь третий класс.